Всем привет! Немножко сегодня новостей из Турции. Ох, новостей, в принципе, много, но я скажу самые такие огромные геополитические тоже новости, о которых говорит вся страна, которые всех волнуют, а не какую-то такую, знаете, такую мелочь, да? Первое, самое главное, что мне уже и спрашивали студенты, школьники. Короче говоря, школа у нас пока что будет на дистанционке до конца, ориентировочно сентября. Будут смотреть по эпидемиологической обстановке, по количеству новых заболевших. Оно так же, как и во всем мире, новая волна вторая, типа она уже идет, но медленно, слава богу, да, потому что больницы более-менее готовы. Сейчас эту тему очень не обсуждают, потому что, чтобы людей не пугать, не волновать. Скажем так, болезнь никуда не ушла, мы научились с ней жить, и чтобы людям лишний раз, скажем так, не нервировать их, да, не какую-то панику наводить, это не так часто уже обсуждается везде по телевизору, но тема это все равно, скажем так, сайт с обновлением статистики каждый день, никто не отменял, кто хочет, ходит, смотрит там, что происходит, и каждый день у нас, к сожалению, по стране есть умершие люди, так и вообще у нас не было ни дня вообще с начала вот этой пандемии, чтобы хоть кто-то вообще за день, к сожалению, не скончался в стране во всей Турции от коронавируса. Статистику так и ведут, но вот такая вот у нас сейчас статистика идет. То есть эту тему стараются сильно не тревожить, но людей потихонечку подводят и готовят ко всему. По поводу масок. Масочный режим у нас также сохраняется в публичных общественных местах. Быть в маске штрафуют. Были ситуации, когда туристов наших... Блин, люди, понимаете, когда вы приедете... Вот для туристов скажу. Вы приезжаете, вот в Стамбуле была ситуация, по телеку показывали, кстати. Драки с туристов. В Стамбуле была драка. Туристы с полицией дрались, потому что те их арестовывали, заламывали руки, а те орали, русские туристы. Ну, я имею в виду не из России русскоговорящие. Они кричали о том, что вы не имеете права, мы граждане другой страны и живем по правилам нашей страны. У нас в стране маски не обязательно в публичных местах. Ну, камон, люди, вы приехали в другую страну? Да, у вас может быть не обязательно, а здесь обязательно. Штраф 900 лир, 9 тысяч рублей сейчас. Как бы нельзя есть, скажем так, в чужой монастырь со своим уставом, ты не лезешь. Ну, не хотите, сидите дома. Но реально, такие правила, господи, ну, наденьте вы эти маски. Ну, и если вам это не нравится... как бы правильно выразиться, вас это не устраивает, ну не приезжайте тогда, понимаете, чтобы не было вот этих ситуаций. Шум, гам, показывают по новостям, задержание, это ну просто тупо неприятно, честно, за то, что это наши туристы русскоговорящие какие-то, вот и все. Лично мое, да, было отношение. Далее, по поводу истории. Здесь у нас сейчас принимают без тестов, без всего, туристы приезжают просто, им замеряют в аэропорту температуру, заполняют иногда обходный лист. Кто-то заполняет, кто-то нет, по-разному будет. Когда улетают листы эти, заполняют для ваших стран, куда вы возвращаетесь в основном. В Турции ничего не надо, только чтобы у вас маска на себе была, в самолете, в аэропорту, везде и в публичных местах здесь у нас в масках ходят. Все. Ну, если температура, то, естественно, вас снимают, страну не запускают. Там 38, и все, 37, там сколько, 3 вроде допускается. Никакой карантин, отсиживаться сейчас нигде не нужно. Тесты здесь предоставлять на ковид не нужно. Касаемо России, точно, мы с вами уже друзья летали, я вам узнавали, все так говорю. История такая, что прилетая из-за границы, вы в самолете заполняете карту, это какую-то обменную, типа натальная карта, ваш телефон, адрес, вся история. Все эти данные сдаете, и в течение 3 или 4 рабочих дней по приезду вы должны сдать ковид-тест за свой счет, естественно, стоит он сейчас где-то 2000 рублей в среднем, и результаты подать на сайте госуслуги. Честно, если не подаете сейчас штраф вроде 40 тысяч рублей или 20 тысяч, не помню, но мне всегда интересно, я вам для примера скажу, моя знакомая летела из Америки, я вроде даже рассказывала историю, она сама врач-инфекционист, и эпидемиолог, она летела из Америки в Новосибирск, она как дурочка, ну, как умная, молодец, она отсидела 2 недели на карантине дома, но ее ни разу никто не давал все эти данные, не проверил, что, короче, как это потом проверяться будет, подали вы свой тест, не подали, неизвестно, мне еще таких я случаев пока не слышала, чтобы кто-то, скажем так, не делал этот тест, и в итоге его как-то штрафовали, нашли, вся прочая история. Тоже это, как всегда, у нас умалчивается. То есть непонятно. Далее, самая главная новость. Уже 2 недели обмусолится по телеку. Эрдоган танцует танцы с бубном, радуются люди в том числе. Ну, это и понять можно. В Турции
Там в море нашли, короче, залежи газа впервые вообще в истории этой страны, которые сейчас планируют там добывать, обихаживать, и сразу же пошел разговор о том, чтобы отказываться от газа из-за границы, в частности, из России, и плюс еще Америка предоставляет свой газ сланцевый на хороших условиях, что это главный, естественно, конкурент по газу в России, и, естественно, какой-то процент, например, перейти на сланцевый газ, и либо, может быть, еще это не изучено, да, до конца, может быть, вообще, так как страна не очень большая, здесь можно будет добывать, и нам на всю страну хватит своего газа, это какая-то независимость, естественно, и подешевение газа, это, естественно, падают цены на отопление зимой, что здесь в Турции очень дорого, и люди просто счастливы ждут, когда все это настанет, это просто, короче, манна небесная на нас сошла, какой-то праздник, и все уже огромные планы на это строят, все искренне этому радуются, что мы наконец-то нашли хоть что-то, но опять же, идет уже затяжной конфликт, но я бы не буду в это даваться, это геополитика, но все равно из-за рождения нефти, помните, может, вы слышали в новостях, с Грецией Турция делит залежи, нашли скважину нефтяную, опять же, в воде, и поэтому сейчас территориально они делят, чью это кому, потому что каждая из сторон заинтересована, это деньги, и вот такой, скажем так, момент такой, ну, определенно холодной войны, в кавычках, с Грецией, вся эта история, каждый день в новостях, в телевизоре про эти танкеры, про то, что эта вся территория нефтяная охраняется, короче, вот эта дележка, но это уже долгая история, уже где-то в месяц у нас идет, они просто вам, я думаю, вы в российских новостях, я тоже эту всю информацию встречала, для вас это не новость, но просто говорю, что эта тема тоже очень активна в турецком обществе, это обсуждается, но то, что нашли залежи газа, это просто, я не знаю, такой сюрприз, короче, праздник огромный. Конечно, если все получится, это будут добывать, им пользоваться, то, конечно, в стране это очень много экономически независимость даст, и финансово очень многие, скажем так, платежи упадут у людей, у населения, и очень много у нас подешевеет, это было бы очень кстати, потому что, опять же, новая новость, да, из последнего падения турецкой лиры, она, я уже об этом в последнем видео о новостях затрагивала, она еще продолжала немножко у нас падать, вроде бы как задержалась, на данный момент лира стоит примерно где-то 9 рублей, там, с копейками, 9,90 последний раз была, 9,50 я даже видела, а когда-то, несколько лет назад, еще года 3-4, представляете, лира стоила 25 рублей. Ну и, естественно, лира падает. Для вас, как для туристов, это выгодно. Дешевеют ваши путевки. Отдых здесь дешевеет. Чек там в ресторане или за какие-то другие услуги. Поэтому, как туристу, конечно, сейчас выгодно приезжать здесь что-то покупать. Поэтому для вас, как бы, скажем так, это плюс может быть. И последняя очень важная новость, которую я не сплю, не ем, слежу, как она началась. Душевно переживаю. Меня подписчицы спрашивали. Я говорю, душевно переживаю, я вся с вами. Это Беларусь. Ситуации там, я просто от себя хочу сказать, белорусы, я с вами, держитесь, у вас все получится, весь мир в вас верит, все, что вы делаете, надо доводить до конца, так как вы всковырнули просто невиданное, во-первых, вы сделали, да, и всковырнули ту больную болячку, проблему, и просто так это уже никогда не вернется на свои места, ничего уже обратно не измените, надо доводить до конца. Я вам желаю сил, и я за вас болею, все держим за вас кулачки, все здесь за вас переживают, честно. Я сейчас немножко эту историю почему хочу осветить. Как же мне спрашивали в Турции с этим делом. Я знаю, что в центре города у нас был санкционированный, должен был быть, я, естественно, не была, я была не в Стамбуле, митинг в поддержку, но я его нигде в итоге не видела. Я видела рекламу, скажем так, в соцсетях обращение, что кто хочет поддержать белорусов с флагами, вы можете прийти у консульства Беларуси. Но там были оговорки, которые я лично читала, о том, что нельзя текстов против президента, словом диктатор, и вообще там были определенные рамки. То есть флаг можно нести бело-красный, да, поддержку можно, цветы несем, девочки, все классно, но никаких типа провокаций о смене режима, чтобы не было. Меня это очень сильно напрягло. Если бы я была в Стамбуле, я бы задумалась туда посетить это мероприятие, потому что я поддерживаю душой своей. Но когда я это читала, и вот эти оговорки против, типа это будет, если вы придете с такими лозунгами, это будет несанкционированно, вас заберут в полицию, тогда бы я, наверное, не пошла. Но это ограничение свободы слова в любом случае.
Я хочу просто, никакой оценки не даю, просто рассказываю, что здесь люди не в курсе местные, что в Беларуси происходит. В самую заваруху 9, 10, 12 августа, самые страшные моменты, здесь буквально в выпуске новостей один сюжет, просто констатация фактов. Были выборы, люди были против, начались столкновения, разгоняли все. Не за ту сторону, что, почему, против чего, ничего рассказано вообще не было. То есть повестка дневная как бы исполнена, сказали об этом, но вообще это никак не обсуждалось, и никакой глубины, никаких интервью ни у кого нигде не брали. Просто общие кадры из интернета понадергали, из Ютуба протестных разгонов, рассказали и все. Тема вообще не поднимается. Это было на протяжении нескольких первых дней, потом тема вообще-то заглохла, и это вообще ни в каких программах, когда обсуждают геополитику, футбол, когда обсуждают те же нефтерождения, вот эти газ в стране, там вообще эта тема политической Беларуси не обсуждается. Я просто вам напомню о том, что, к сожалению, для меня, к сожалению, Турция в списке тех стран, которые поздравили диктатора с перевыборами. Поздравили его с победой. Собственно, нейтралитет типа держим, не лезем, потому что вообще тему не обсуждаем, дабы не давать повода людям задумываться о своей жизни, судьбе и всему прочему. Вот такое отношение здесь в Турции к вот этим митингам, но я вот от себя честно скажу, у меня много девчонок из Беларуси, подписчиц у меня в статистике, YouTube, это видно, с каких стран меня смотрят девочки, я всегда, потому что мне девочки в основном смотрят. У меня подружка здесь, с которой я общаюсь, русскоговорящая, наши дети говорят, она из Беларуси. Я душевно за вас переживаю, я считаю, что все в ваших силах, все получится, держитесь. И вот это были такие новости Турции. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.